Областной бюджет скорректируют. Правительством подготовлен ряд изменений в соответствующий закон. Так, например, планируется выделить дополнительные средства на ремонт учреждений социальной сферы. Об этом сообщил Станислав Воскресенский в ходе заседания областного правительства. Пре-губернатор отметил, что в малонаселенных районах в очень тяжелом состоянии находятся объекты культуры и необходимо привести их в порядок. Речь идет о Вичуге, Верхнелондуховском, Гаврилово-Посадском, Пестяковском, Тейковском, Фурмановском, Кинешемском и Заволжском районах. Отдельно приобретем оборудование для Тейковской детской музыкальной школы и детской школы искусств в Заволжске. Также построим одну такую, построим одну интересную спортивную площадку в городе Иваново, как тест. Это такой современный подход к спортивным площадкам, когда несколько спортивных активностей объединяются в одном месте. Кроме того, направим деньги на ремонт ряда образовательных учреждений. Это школа номер 3 в Заволжске, школа номер 1 в Наволках, Пестяковская средняя школа и детский сад номер 4 в Юрьевце.